Господи, прости меня грешного и помилуй. Помилуй. Ты позволил нам быть вместе, и ты радовал нас этим. Брата благослови в путь, добрый ангел-хранитель да сопутствует ему. И родные да встретят его радостно. Соделай так, чтобы он мог и другим распространять там это слово. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Если спросит кто-то, священники скажут, я хочу купить, скажи, 1200 книга. Ну, это первое, второе издание было. Все на этом. Ну все, прощайтесь. До свидания, брат. Ну, до свидания. Играйте тихо, мой хороший. Ну, все. Да. Хорошо нам было здесь. И беседы были, и собрания, и занятия, и на аренду ездили, куда мы так. А вы тут на урывку еще то сколько, да, на брибриху с Володей. Все на этом. Я благодарен Господу, что вас Бог расположил, особенно весною. Один. О, так что не бросайте нас, это вам награда будет. От Господа. Мы вас поминаем за стол, когда садимся, как каждый раз поминаю. Кто участвовал, картошку эту всадил. Ну, сами видите, я всех перебираю. И все люди как бы чувствуют и радуются. Все, братья, пошел я. Живы будем, Бог позволит. Ну все, так. Николай Георгиевич, я вам тоже очень благодарен за вашу заботу. Помоги Господь вам. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Да, за заботу вашу. Вот так. Все на этом, собирать. Посмотрите, вот как оно у меня упутано. Собираюсь. Вот можно так и так же сделать. Вот и все, тут немного. А 8 штук, 8 книг. Новенькие они лежат. Вот такие вот. Вот. Это старые? Старые, старые. И это старое? А это второе. А это первое издание. А это второе. Ага. Вот это. Вот. Третье, оно и дороже, и больше. И... Ну, надо мне эти поставить. Потому что мы-то, если бы не надумали, у нас бы и не было. Ну, да. Так каждая книжечка куда. А так как у меня больше, теперь я могу дальше уже жертвовать. Бери, никогда не, это, не пожалеешь. 8. Это не игрушка. Володя, еще один раз перепутайте вторым, чтобы не развязалось. Угу. Пробовать. Хватает веревочек. Все, я ушел. Все, с Богом. Да, на этом конец. Слава Христу. Аллилуйя.